Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Монстры против зомби». Игрушечка на Android, так что приступим. Кстати, игра идет из жанра Tower Defense, но с довольно милой рисованной графикой. И тут у нас идет заставочка. И говорят, что на планете Земля большие проблемы, ее заполонили зомби. Никто не может помочь людям, они в отчаянии. Так. Зомби так сильно орали, что их услышали пришельцы, которые решили таки помочь землянам в освобождении ее от зомби. И вот они, пришельцы, ребята, нам выкидывают первого чудика, которого звать Кеби Ариф. Итак, приступим. И давайте смотреть, что у нас здесь. Так, мы получаем ревард за первое посещение 2000 монет золотых. Но это мы не будем, пропускаем. Так, и у нас тут обновление, я смотрю, лаборатория и бой есть. Давайте, наверное, тогда приступим к бою. 1-1. Ясно, погнали. Мутанты могут себе восстанавливать жизни. Что-то такое было написано. Так, первый охламон вышел. И мы тоже выставляем нашего чудика. Ну, согласитесь, да? Довольно мило нарисовано. Жалко, что я не вижу полосочки жизни у наших врагов. У зомби у этих. Или кто это такие? Нет, ну это зомби. Это же не могут быть какие-то сумасшедшие. Хотя похоже. Так, и наша цель — забомбить вражескую базу. В принципе, как во всех Tower Defense играх. Вот так вот. Ага, значит, еще помимо того, что мы должны разбить базу, мы должны убить еще и зомби, которые здесь находятся. Замечательно. Ну, где победа? А, сейчас мы его добьем. Ну все, 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 падай, хорош выделываться, отлично. Также у нас здесь копится манна и так далее и тому подобное. Победа! Мы получаем с вами 1000 золотых плюс 1 кристалл. Ух ты! Вместо дубинки мы его можем апгрейдить, и он будет у нас с кинжальчиком бегать. Так, а что у нас тут еще? Ага, это у нас краткая характеристика этого Керби. Мы можем его за 500 золотых апнуть. Вот так-то. И еще разок. И он все равно у меня почему-то с дубинкой, а? А где же мечик-то твой, родной ты мой? Так, а тут-то что? 19 кристаллов. Немножко пока не могу разобраться, но это у нас донат, он нам не нужен. Ну, давайте еще уровень поднимем. 4-го он у нас уже стал. Так. Тут тоже мне пока маленько непонятно, ничего не открыто. Видимо, с прохождением игры все это будет нам даваться. И тут у нас какие-то есть наклеечки на атаку 1-4 ранга, 2-5, в общем, улучшения какие-то. Так, а здесь у нас что? Супер наклейки. Комбинации даже можно будет какие-то делать. А это, видимо, все зомбики, которые будут в этой игре. Ну, типа зомбипедия. Ладно. Ух ты. Если мы пройдем с вами второй уровень, нам дадут какого-то нового монстрика, которого звать Кристалл. Надо посмотреть. Ну, давай, манна, копись. Отлично. Слушайте, довольно недорого он стоит, всего 50 манны. А максимум мы можем 300 накопить. Но зато посмотрите, какой я наношу дамаг. Не какие-то там 9, а уже 14 урона целых. На-ка, получи. Вот так вот. Буквально на 3 ударчика и хватает этого чудилы. Так, базенка у них уже горит. Осталось ей немножко жить. И мои кербики... Кербики, название, да, такое прикольное. Скорее всего, да, побеждаем. Сейчас вот только вот этот вот волосатика забомбим. А ну-ка, выкуси-ка дубинки. Вот так. Отлично, ребята, должна быть победа, по идее. Да, вот она. И нам достается кристалл. Потом еще бриллиантик. И 1000 золотых. Ага, а вот и кристалл. Или кристалл, я даже не знаю, как его звать. Ну, по-моему, все-таки кристалл, потому что он по форме напоминает именно его.
Так, что мы можем сделать? Мы можем уровень поднять, конечно же, ему. Вот так, и все. Ну что ж, наверное, нам пора его испытать, проверить на прочность, что он из себя вообще представляет. Поехали на бой. И это у нас 1-3. Конечно же, стартуем. Так, ну, давайте, ребятушки. Так, а сколько у нас, кстати, будет у нас? Ага, 70. 70 маны будет стоить нам. Ну-ка, давай-ка на прочность его проверим. Сколько у него дамага? Он же у нас... А, один раз мы его увеличили. Все, отлично. 17 дамага наносит. Этого нам достаточно. Так, Керби теперь. Оп. Керби бомбит. Странные, конечно, такие, да, пришельцы. Кристалл, потом Керби какая-то, я не знаю, типа желешки по форме что-то мне напоминает, или медуза, или единорог, хрен их знает. В общем, это и не важно, а важно то, что, ребят, победа за нами. Довольно все легко, но не стоит обольщаться, все игры поначалу тоже проходятся элементарно, а потом как попадешь в какую-нибудь засаду и чешешь репу. Так, ребята, атака. Керби, значит, получил у нас 12 к атаке наклеечку ранга первого. И у него получается в общем зачете 28 урона он наносит. Хо, довольно неплохо. Так, а здесь что у нас? Новинка. Монстры. Ага, это что? Мы можем улучшить. Ну давайте два уровня поднимем, так и быть. Керби у нас стал 6 уровня. Шикарно. И давайте с вами пойдем на 4 уровень. И, кстати, мы получаем с вами наклеечку защитника. Если пройдем, конечно же, этот уровень. Ну, я почему-то не сомневаюсь, что мы его пройдем. Ну что, кристалл готов, погнали. Так, бежит, бежит. Ну что, выпустим, наверное, Керби. У него 28 дамага, как-никак. Если меня не обманули, сейчас мы посмотрим. Вот сейчас он ударит по зомбику. Слушай, нет, не обманули. Все, тютелька в тютельку идет. 29 дамага. Отлично. Значит, сейчас базенку мы эту быстренько разбомбим. Не дадим им... Оу, волна! Ядрена ты вошь. Мне дают какой-то скилл. Использовать его. Ух ты! А мне нравится. Правда, стоит 1000 золотых. Ну, да не беда. Вот, ребята, вот наш ревард. Защита плюс 3. Наклеечка опять одна звезда. Но, тем не менее, очень приятно получить такой бонус. Так, что, кому? Давайте, наверное, Керби и поставим, да? Почему бы и нет? Раз он... О, тут и 3 звезды потом есть, ранг. Довольно долго, скорее всего, будет игруля, ребята. Несмотря на то, что она так простенько сделана. Мне нравится, короче. Так, ну-ка, давай прапаем. И получает 21 атаку. Маловато, конечно же. Поехали, 1-5 у нас следующий уровень. Керби Хоуны. Ух ты, ух ты, ух. 10 уровней, что ли, да? Так точно, ребята, 10 уровней будет. Точнее, 10 частей. И в каждой... По 10 уровней. Так, а это что у нас такое здесь? Ага. Это у нас своего рода телепортики. Значит, если мы с вами пустим на центральную, он появится как раз там, где сейчас идет зомби. Или зомби придет ко мне. Отличненько. Так, а это значит вот сюда попадет. Да, все правильно мы, ребята, поняли с вами. Ух ты, новый вид зомби. Вы посмотрите, он идет. Он идет с ногой на нас. И причем, как я понимаю, он ее оторвал именно у себя. Воткнув себе палку вместо нее. Так, волна. Слушайте, мне вот эти вот волны, знаете, напоминает сразу игру про зомби против растений. Там тоже постоянно были волны, 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 волны. И все, победа за нами. Кенни Хоун. Это что такое Хоун? Мед, по-моему, или хани мед. Ладно, не имеет значения. Апгрейд HQ. Speed. Free. Что это? Скорость. Скорость чего?
Life эликсир, эликсир жизни повышен. Ни хрена не понял. Неужели у них стали теперь жизни побольше? Так, а это-то что такое? Пройдите стадии какие-то в непонятном порядке, и вы что-то получите. Ладно, давайте просто с вами посмотрим. 1-5. Ну, здесь мы уже были, побеждали. Посмотрим, что изменится. Давай, Кеби. Так, тихо. Эй, кучерявый, ты что на кристалла тянешь? А ну-ка иди сюда. Ну-ка давай-ка, на, получи. Вот так вот. Всего лишь два раза тыкнул ножичком, и он сдулся. Ну, надеюсь, мне что-нибудь дадут хорошенькое за это. Ух, как мы все-таки лихо бомбим базу. Буквально три удара, и все, и от базы ничего не осталось. Есть. Так, последнего сейчас добиваем. И проходим мы с вами уровень. Фиг, ничего нам почему-то не дали. Я не знаю, в чем здесь загвоздка. Mysterious Peace, новинка. Опять же, Хоник этот Кеби. Не знаю, мы уже это проходили, и ничего оно нам не дало. Так что смысл в этом я не вижу. Ну что, ребята, наверное, на этом я буду завершать свой такой коротенький обзорчик на эту игру. Если вам понравилось, пишите в комментариях, и мы продолжим ее играть. Тем более, игра вроде бы такая забавная, милая, красиво нарисована, хоть и по-детски. Ну а на этом все, всем пока, до скорых новых видосиков. Ах так! Вот и как! Вот и значит, какой-то на самом интересном месте! Ой, а я так думал...